Дом Прямой репортаж с актового зала. Сегодня состоится историческое событие. Впервые в Нурмакова TED Talks. Итак, пройдем. Как мы являемся исторической подготовкой? Нам бы очень хотелось узнать, что же скажут на это участники. Итак, мы собираемся взять интервью у участницы TED Talks. Что вы чувствуете перед выступлением? Ну, я чувствую немного волнения, как бы это первый опыт у меня. И я думаю, то, что я буду стараться на все 100%. Я желаю вам удачи. Итак, зададим пару вопросов нашему следующему участнику, Бексултану. Итак, у вас такой умный вид. И какая у вас тема? Моя тема — это жизнь на других планетах. Существует ли эта жизнь? Вот по вашим исследованиям. По моим исследованиям, мне кажется, то, что существует, но это научно не доказано. Ал енді мектебіміздің директоры керемет спикерден сұхбат алсақ. Балалардың қызығушылығы қараңыз қандай жоғары. Үш тілде ерін сөйлеп жатыр. Қызық-қызық тақырыптар. Әсіресе біз ойламайтын тосын тақырыптар жақтан жасалып, сондықтан да біз бұны жалғастырамыз. Жалпы сіздің идеяңыз қандай болды? Менің идеям ол балалардың қызығушылығы бөліп оқыту. Ол менің іс-әрекеттік зерттеу тақырыбы педагогикалық. Болашақта мен соған сол тақырыппен доктор қызығушылығы болады. А теперь поговорим с организатором этого исторического события, великолепным Нуржановой. Итак, как вы думаете, как прошел первый TED Talks? Ну, я считаю, что TED Talks прошел очень замечательным. Во-первых, я хочу сказать, что я горжусь нашими участниками, потому что они проделали огромную работу и показали все, на что они способны. Они не боялись своих страхов, вот как Айслу отметила, да, они перебороли свой страх перед публикой, перед самим собой и показали the best, я так считаю. Какие идеи вам запомнились и понравились больше всего? Ну, больше всего мне понравилась идея о чуде. Наверное, скорее всего. Мне кажется, это очень хорошая подача своей мысли. Очень хорошая мысль, которая